Расскажите про последний бой. В Лидольне тяжело далась победа. Да, победа далась тяжело. Сначала очень сильно повел, и потом противник перестроился, и я начал подряд получать, в общем-то, практически равный счет был. Но потом, после минуты перерыва, нашел ключ, можно сказать, и 5 подряд уколов нанес. Поздравляем вас с этим выигранным боем. Желаем удачи в финале. Какие уже сейчас впечатления от этого этапа Кубка мира? Впечатления хорошие в том плане, что мне нравится сегодня мое фехтование, но не полностью, а местами. То есть нужно постараться сделать это более стабильным, и тогда будет стабильно высокий результат. Как вы оценивали свои силы перед началом соревнования? Ждали, что удастся прийти так далеко? Перед каждыми соревнованиями настраиваюсь на каждый следующий бой, как на последний. Вот. Но когда-то получается, когда-то не получается. Но вот сегодня пока что все идет хорошо. На какой бой сегодня потратили больше всего сил? Наверное, первый бой с Артемом Седовым. Uh-huh. Вот. То есть он такой очень нервный был, 15-14 закончился. И, в принципе, со своими бойцами на международных соревнованиях сложнее всего психологически фехтовать. Наверное, вот этот. Из всех наша сборная подошла с наибольшим количеством фехтовальщиков. Сейчас остались только двое. Остались вы, Дмитрий Ригин. И получится ли нам занять высокие места на пьедестале? На пьедестале мы уже точно займем 2 места. А какие, посмотрим. Сейчас будем стараться. И последний вопрос. Перед началом сезона планировали попасть на Олимпиаду? Да, конечно, планировал, старался. Ну вот, пока так. Хорошо, спасибо. Удачи вам в финале. Спасибо.